Всем здрасте! Добро пожаловать уже, получается, на восьмую серию прохождения Plague Tale Requiem, такой замечательной игры. Это уже третья серия, которую я записываю прямо вот в этот же момент. Продолжаем, получается. Можно поджечь смолу, метнув в нее Игнифер. Ага, свет разгонит крыс, но пламя поглотит все, до чего дотянется. Давай! Ууу, как ярко. Это очень ярко, да? Ладно, ладно, пока не сгорело, пошлите быстрее, уходим. А я могу поджечь себя? Ай! Блять, могу! Тихо, 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 все, спокойно, понял. Извиняюсь, больше не буду выебываться. Так, давайте посидим пока. Отхилимся. Игнифер. Хопа! Крыс. Так, нет, подожди, суперфасию пока нам не надо. Я знаю то, что ты можешь его использовать, но пока это нам не надо. Марселе будет иначе. Ну да. Особые дома. Да крыс, это как как остановит это крыс, я не понимаю. Я почему-то сомневаюсь, что это закончится. Мне кажется, это ему не поможет. И городу в целом не поможет. Так, а как? Ага. Подожди. А куда? Стой, подожди. Так, не понял. Отойди. Да все нормально. Давай, помогай. Не дотянул, видимо. Да, маленько еще. Хоп. Остановите. Давай за мной. Опа, сундук. Это мне. Ха-ха. Лодка Джозефа. Где? Ну, я бы не сказал то, что мы близко. Ебать, там еще пиздонить. Мы далеко еще довольно-таки. Ну ладно. Еще крысы. То здание слева, может, в нем безопасно. Сомневаюсь. Сомневаюсь. Я вижу какую-то камбалу. Нана. Я хамбала. А, свет. Так, пиздюк. А ты не можешь? Ладно. Хоба. Все, давайте, уходите отсюда. Пока я аккуратненько тут залутаюсь. Ничего? Ничего. Смола. Ага, крыс нету, все, можем пойти. Кайф. Фабрика de poids. Ils doivent l'utiliser pour étancher les coques des bateaux. Ces mécanismes sont encore intacts. Зачем? L'odeur est différente ici. De la résine. C'est интересная смола. Le tonneau là-haut, ça doit être le diluant. Это из Майнкрафта. Блять! Я почему-то так и думал. Оп. Блять. Она сделается жидкой. И чё? А, понял. О, лебедка какая-то. Опа. А это уже вход в этот. В эту комнату. Давай. Откроем, посмотрим, что там. Если там есть лебедка, и она заблокирована была, значит. Там что-то есть. Резервуар на себя? Давай. Опа. Сюда. Ну давай. И что мне надо делать? Ага, понял. Крути до упора. Давай сейчас все сделаю. Ты давай там тоже, не это. Я не отпускаю. А если я отпущу? Что будет? На! Поехал. Так, мне обратно возвращаться, да? Назад, понял. Возвращаюсь. Это спирт. Это хорошо. И что, мы сможем это поджечь? Я класс сделаю. Можно поджигать. Ну давай. Рукой. Хоба. Лё, балдежно, балдежно. Так. И как долго она будет гореть? А там пусто. Ага.
Что ты мне бросишь? Да нормально, пока они боятся света же. Где? А, вот он. Давай! Ну, почти. Почти. Смешай смолу и спирт. Это что такое? Смола... Ага. И в горшок, да? Горшок. Хопа. И теперь поджечь надо. На. Блять, гениально. Я считаю, я гений. Ой, блять. Тихо, главное себя не сжечь случайно. Так, подожди, а тут явно лут какой-то должен быть. Я хочу посмотреть, может, тут что-то есть. Нет, вернитесь к луке. Ты где? Хай. Ты меня спас. Ну да, согласен. Смола балдежная штука. Только если она жидкая. А, мы таким образом можем же людей сжигать. Я, конечно, такое осуждаю, но все равно. С факелами, которые идут. Надо попробовать будет. Насчет Гуго. Ну да, услышать такое очень грустно. Ну да, да хотя он еще не умер, действительно. Есть способы помочь ему. И вот, мы сейчас занимаемся как раз таки этим. Может быть, действительно как-нибудь этот дом его остановит, крыс остановит, точнее. Ну хотя в любом случае Воден говорит то, что он обречен. Короче, я не знаю. Я не знаю. Посмотрим. Посмотрим, как все будет. Лодка Джозеф. Где? Ага, вижу. Так, эта хуйня уже мне знакома. Хай! Нет, не туда, да? Надо погнать их сюда. Нет, подожди, я не то делаю. Мешает лодка. Опа. Блять! А, он. Иди. О, он нам поможет. Вроде нормальный. Давай, хуйню вот эту, понимай. Давай, 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 давай. Ебать, что? Кто туда должен подниматься, я или он? А, я. Хопа. Они боятся огня. Да, действительно. Как мы это подошем? Так. Ну-ка, отвернись. Сейчас я сам все сделаю. Ты тут давай, не выебывайся. Давайте сделаем побольше себе провианта, так сказать. Побольше инструментов. Нет, не то. Игнифер. Хова! Видал, да? Лох. Это магия. Очень зря. Да, действительно. Там еще есть два резервуара. Забирайся на мостики и займись разбавителем. Ну давай, блять. Сейчас он поднимет. И пойдем. Ну шо? В смысле? А, я... Так, стой, подожди. Подожди, я не понял. А как... Стой, подожди, Так, блядь, Лука, ты мне поможешь, нет? А, давай. Поехали. Не, пока не надо останавливаться. Сейчас доедем и... Давай, быстрей. А я могу упасть? Не, не хочу тестировать это. Опа! Отпускай! И теперь... Поднимаем. Точнее, опускаем. Бля, гениально. Все, думаю, хватит.
Так, поджечь. Хоба. Сейчас подниму, подожди, тут лут. А нормально то, что солдаты видят, как я их граблю по факту? Хай! Ладно. О, бля, там еще лут. Давай, поднимаю. И чё? А, я понял как. Так, Лука, давай. Лука. Действуй. Бегу. Давай. Не, я считаю гениально. Я гений. Я считаю, я гений. Реально. Остановиться. Оп. А как мне подняться? Опа. Так, стоп. А, надо... Так, хватит. Ну давай. Хоба. Легчайше. А как они вернутся, я не знаю. Да подожди, сейчас подожгу. Хоба. Все, готово. А, точно, он же внизу может пойти. Я же путь расчистил для него. А я не смогу, да? Блять, они за пятку схватят. Ты где ты? Лука? Ты где? А. Культ и встал. А, там крысы. Смолу прямо в огонь. На! Ой, блядь, реально ярко как. Давай, 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 давай. Еще, еще? Давай! Хули встал! Дурак, блядь. Что, не можешь просто пойти? Чел. Блять, я из-за тебя смолу просто так израсходовал. Нет, пошел нахуй. Ха-ха, бля. Ха-ха, бля. Ой, пизда. Извини, сейчас сделаю. Хорошо, давай. А может тут палки были, чтобы... Ну давай. Ну он вроде более-менее нормальный. Да какого дома? Ты шо? Я ж тебе помог. Помоги нам. Себе домой. Кажется, я понимаю, к чему это идет. Да. Это была я. Амисия, ты можешь l'aveugler avec la poix. Je rendrai justice moi-même. Faites vos prières. Он сам виноват. А мог просто не подходить. Ай, блядь. А как? Блядь, а как мне пойти? Надо было его сразу убить. Он прямо на проходе умер. Вот дурак, сука, не там умер. Давай, я тебя сразу убью. Сразу, сука. Давай, блядь. Падла, Люка. Бля, хуя след. Ой! Блядь, смолу наступил. Блядь, мне бы не сгореть, я как дебил назад отхожу. Laissez-nous partir. On a fait notre part. Tu n'as laissé aucune chance. Vous en faire cette mal comme ça. Viens, le bateau est juste ici. Oui.
намешать. Так что нормально. Ха-ха, бля. Лох. Пошли дальше. Jamais je ne croirai aucun d'eux. Oui. Voyons ce qu'on peut faire. Нет, нет, нет. Voyons un peu ce bateau. C'est une affaire de santé publique. Tu aurais dû partir quand tu le pouvais, Joseph. Je dois attendre un client et j'honore toujours mes contrats, mon ami. Estime que ton contrat est annulé alors. Мы его, кстати, искали. Le port est condamné et tu es un intrus. C'est notre homme. Oui, mais les ennuis arrivent. Ne restons pas là. D'accord, tu sais quoi? J'ai pas que ça à faire. Non, tu en sais beaucoup trop. Je dois t'arrêter. Oh, sans blague. Va au tchap! Non, нахуй. Joseph, attendez! Ne bougez pas! Nous venons de la part de Magister Vaudin. Nous devons quitter la ville! Vous croyez que je fais quoi là? Cet endroit est foutu! Pitié! On est coincés ici! Et nous avons un enfant avec nous! D'accord, d'accord. On se retrouve au prochain ponton. Опа! Нам сейчас бежать куда-то? Блять! Merde! Но! А можно мне? Мне так. Блять. Что это за кошки? Что это такое? О, блять, я понял. Ебать, как ярко. Это смола. Хочу залутать. Залутал. Ха-ха. Так, у нас мало времени, давай. Музыка очень громкая. Нам этажи, думаю, придется тише ее делать. Так, тут-то чё? Какой-то лут есть? Понял. Куда? Блять! Ай! Не там, вылез немного. Ладно. Тупанул, так сказать, немного. Сейчас мы исправимся. Погнали! На. Опа, убили. Блять! Надо было немного раньше разбить. Позже, точнее. Ой-ой-ой-ой, вот это тупо очень было. Парировать! На! Я, сука, могу за себя постоять. Ножом бить не буду. Не хочу тратить. Смола, 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 смола. Блять! Ёбаный! Сука! На! Нахуй! Он сгорит. Блять, он даже не сгорит. Вот я дурак. Ладно. Нет времени. Убегаем. Нам надо убегать отсюда. Точно, у Лука же есть такая штука. Так, камень. Спрячься, спрячься, спрячься. Кто? Блять, он идет к нам. Еще один. На! Успел. Сука! И что мне делать? Нож использовать! Блять! Опа, спасибо! Большое спасибо тебе, Дугалек. Ебать, это что такое? Давай, пусть он мне поможет. Убивай! 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 Сука, убивай! Блять, друг! Убей! Пизда! Ай-яй-яй, ёба на свет, извините, мне пора. Мне пизда. Тупо сыграл что-то немного. Я думал, он мне поможет. Он мне не помог. Делаем вывод, он черт. Блять, с самого начала, да ты... Ладно, зато у нас сейчас у нас будет способ убить его. Так, первое. Есть. А, все? Ха-ха. Давай, я здесь. Дурак. А,
чё? Хай! Что случилось? Нормально всё? Ой, блядь! Что, блядь? Ай-яй-яй-яй-яй. Ха-ха, блядь, дурак. На. Пизда. Что ты за говноед-то такой? На. Пришлось нож использовать. Они то умирают нормально, то как говноеды ко мне идут. Я не понимаю. Где их логика? Ладно. Курки очень тяжелые становятся, когда я пытаюсь... А, вот как бежать. Вот я дурак, блядь. Я не ту кнопку нажимал все это время. Ай. Да куда вы... Сука, я дебил. Я не знаю, вырежу ли я эти моменты или нет. Наверное, ставлю. Наверное, ставлю. Чтоб вы видели мои гениальные попытки побега, блядь. Спасибо. Ладно. Зато я научился бегать. Совершенно случайно. Я хочу всех убить, потому что я хочу жестоко отыграть. О. Нормально. Все, погнали. Да, ну я гений, конечно. Забыть, как бегать. Чтобы вы понимали, эта кнопка самая такая... популярна во всех играх. Это... S2. Во. Смоляны, подожди. Что? Заметьте врага с помощью смоляны лучше затем. Подожгите ее, чтобы прикончить. Ага. Так, спокойно, что-то там, блядь, врагов развелось. Сука. Тихо, смола, смола. Блядь, смола. На. Ну ты дурак. Блядь, он когда надо убивает, а когда не надо, он не убивает. Ты. В смысле, не то сделал, не то сделал. Блядь. Убить, 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 убить. Успел. Фух. Спокойно. Жестко, очень жестко. Так, лут, горшок. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Нет, в этот... Куда? Куда они пошли? Нет, не буду рисковать. Лучше огонь кину. Игнифер, давай. Очень опасно. Ага, крысы. Подожди, подожди, подожди. Огонь разобьет чашу? Разобьет, нормально. Давай. Все нормально. Угу. Я уже близко, наверное. Или я не знаю, сколько их. Но пока. Хоба! А я все это время просто и шел. Я пытался от крысы убежать, и все это время просто шел обычно. Ладно. Ай, смола. Да ты охуел! Ой, фу, спасибо, что не съели меня. Это было бы очень тупо. Это была бы самая тупая смерть. Одна из самых тупых смертей моих. Лагутейл. Так, все, давай убегаем. Тут крыс? Нет, тут все нормально. А где все? А, вот он. Как там сказали? Кинуть у него что-то... Что-то кинуть и как-то поджечь. И как-то его убить. Горшок со смолой, как я понимаю. Костер, это не дрова. Ага. Хоп. И теперь огонь, да? Блять. Игнифер. Они сгорят. Ууу. Ебать. Это очень жестко. Я осуждаю такое. На. Извини. Зато у нас теперь новый способ убийства людей. Как бы это ни звучало бы грустно. Кто там еще? Ты в шлеме? Блять, в шлеме. Ладно. Пока живи. Пока. Сколько у меня еще горшков? Один. То есть еще на одно убийство хватит. Давайте приберегем это. А, это лю... Это люди горят. Ну вот, опять же, они... Пытаются остановить эпидемию, но... Но как-то делают это максимально бесполезно, максимально тупо, что ли. Ладно. Нет, горшок. О, блядь, загорелась трава. Мне кажется, это очень много прибавляет жестокости амиции. Убийство таким способом. Так, горшки есть? Горшок нету. Да. Грустно, зато есть древесная смола.
Опа, там лут, там лут. А, нет, там не лут. Кто там так, такой с... Блять! И вот сейчас я не смогу залутать этот сундук, потому что я израсходовал все свои... горшки. Блять, ну и... Ну и дурак же я, конечно. Хотя, может, сейчас найдем. Подожди. Может, тут будет горшок. Ну нет, тут смола только. Ох, сколько их... Ебать, их еще много, так что... Не-не-не-не, все-таки надо по стелсу это все проходить. Блять! Да не... Вот эти вот три крысы меня чуть не съели, ты серьезно? Суки. Есть, да, такая тема в Plague Tale, то что тебя пару крыс буквально могут съесть. Вроде безобидные, стоят, никого не трогают, и тут на нахуй, тебя съели. Все. Блять, кто? Ай-ай-ай-ай-ай. Блять, не то! Я килька. На! Спокойно. Там какая-то хуй... Давайте сразу ее. Хотя, наверное, зря, да? Сука, в шлеме. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Пожалуйста, пусть тут будет горшок. Пожалуйста. Один. Блять. И как мне его убивать? Нужно спрятаться. Возможно. У меня нож есть? Есть нож. Все. А. Хуя ты как умеешь. Я так не умею. Ладно. Убить. Если бы я погибал, мне пришлось бы убегать. А так я не... Он бы спалил бы нас в любом случае, так что... Хотя я так не особо по стелсу прохожу. Да, кстати, я не особо по стелсу, я тут смотрю, блять. Прохожу. Горшок. Блять. Ну, почему бы горшки, это такая редкость? Кто это? Он в шлеме хоть? Далеко. Давайте, давайте уходим отсюда. Все. Надоело мне тут сидеть. Так, куда мне? Сюда? Вот, да, мне сюда. Да тороплюсь как могу. Стараюсь, стараюсь. Не видишь, что ли? Так. Инструменты пока бесполезны. Хочется, хочется поулучшать себе что-нибудь. Но нет, нет, не надо. Нам копить надо. Все, Жозеф. Ай! Подожди. Блин, ладно. Куда она пошла? А, за Гугу пошла, да? Да, да, понятно. А что будет дальше? Видимо, на город напали крысы. Видимо, начинается самый пиздец. Что было дальше, что будет дальше, вы узнаете в следующих сериях. Большое спасибо, если вы досмотрели до этого момента. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был, как всегда, я, Витхер. И вот эта замечательная игра Plague Tale. Всем удачи, всем пока.